Свои лидерские качества я ежедневно реализую, работая директором образовательного учреждения. В 2017 году стала финалистом регионального конкурса профессионального мастерства «Лидер в образовании». Являюсь руководителем муниципальной опорной площадки «Подросток и общество» по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Около 10 лет занимаю должность секретаря участковой избирательной комиссии. Принимаю активное участие в общественной жизни Мучкапского района.